Жилье в жилом комплексе «Арай» в Батыс-2 и по улице Кунаева теперь могут получить льготные очередники. А это те, кто стоит в очереди по категориям «многодетные семьи», «неполные семьи», «инвалиды первой-второй групп», «дети-сироты», «уралманы» и «работники бюджетной сферы». Для удобства населения прием документов будет осуществляться в электронном формате на ЕГОВ-портале. Если человек не сможет разобраться, то может подойти в наш отдел за информацией, либо подойти в центр обслуживания населения в зоне самообслуживания, где инспекторы помогут ему подать заявление на данные программы. Наших очередников приглашаем принять участие в этой программе. Обязательным условием является эта проверка прохождения платежеспособности. Выигрышный момент данной программы – арендное жилье – можно получить квартиру без предварительного взноса. Для подачи заявления очереднику необходимо обрести электронно-цифровую подпись в ЦОНе, войти на портал электронного правительства и сдать документ в электронном виде. Гульбадам Назбенова, Мирлан Аманжолов, Казахстан, Ахтюбе.